Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. В этот раз я пришел к другу поиграть в нарды. И он в этот раз проиграл мне квартиру. Сейчас будем продавать. Я тебе проиграл квартиру. Ты еще не проиграл? Ага. Будь ты. Итак, продается очень хорошая. 2 плюс 1 в районе. Сколько там было? 24. 24. 6. Не-не-не. 4 сюда и 2 сюда. А, очень хорошая 2 плюс 1. Квадратных метров здесь где-то 110-106. Не-не-не. Не, минимальная квадратура, полезная площадь. Почти как 3 плюс 1 квартира. Я отмеряю по своим, по лазерным измерителям. Так. Полезная площадь где-то 106-111 между ними. Два балкона, было 3 санузла. Он из 2 санузлов. Что ты сделал из 2 санузлов? Из 2 санузлов я сделал... Один сделал кладовку, а другой целый, он так и есть. Санузел остался. Душ, да. Там, ну, без, конечно, конечно. Унитаза. А, унитаза нет, только не души. Все. Сейчас я вам все покажу. Просто мне 4-1. Просто зачем ты мне? 4-1. Так, паузу нажму. Вот меня выгнали из квартиры, сказали, иди сними, потом поиграем в нарды. Хорошая прихожая, дорогие зрители. Ты там не мухлю, я сейчас иду. Я запомнил, как камешки стояли. Вы-то проточный водонагреватель. Фиберовчика, фибермет. Шашка даже есть. Это я с собой заберу. Хоккейная шашка. Это я сейчас. Пускай он не видит. Все. Это по пути заберу с собой. Так, идемте, покажу квартиру. Здесь был санузел, но он здесь сделал кладовку. Где-то здесь 1,5 квадратных метра. Но можно все восстановить, горшок поставить там. Здесь полноценный санузел. Ну, требуется ремонт. Прихожая где-то 10-12 квадратных метров. В ролике не могу показать, квартира большая. Здесь первая спальня. Также есть санузел. Тоже сделал кладовку из него. Здесь 13,5 квадратных метров. Носки оставил тут, забыл забрать. Так, здесь вот душевая есть. И душевую кабинку можете сделать заново. Что еще могу забрать у него? Так. Выход на балкон, вид на горы. Сейчас я выйду с другой спальни. Кондиционер Рубенис в этой спальне. И здесь еще одна спальня, тоже 12-14 квадратных метров. Вот. Кондиционера нету, так как он не нужен. А, шорты тоже заберу, нужно будет кому-то. Так, вид на горы, дорогие зрители. Здесь у нас балкон, где-то 8 квадратных метров. Хорошая, большая территория. Искан, технический паспорт, все в квартире есть. Огромный бассейн. Зона барбекю, хорошие соседи, дружелюбные. Вот здесь беседка, там тоже беседка, самовар, чай, там барбекю, вот там дым идет, кто-то уже что-то готовит. И снаружи есть открытая отдельная парковка, можно и там остановить, и впереди здание. Вид на горы, глазами все видно, вот так, дорогие зрители. Прямо со спальни лежите, там солнце восходит утром, красота. Расстояние до моря 950 метров, там 980 максимум километров. Совсем по это максимальное, я вам говорю. Рядом есть сеть магазинов Migros, Beam, Shock. Хорошая локация также, тихо, спокойно, машины сюда не приезжают. Высокий этаж, не крайний. Так что смотрим дальше, дорогие зрители. Плавки в подарок. Там гостиная совмещена с кухней.
Ай, не, смотрю, мухлевал, не мухлевал. Да, вот здесь этих не было. Ничего, решим сейчас. Кресло забирают. Ну, качалка. Так. Гостиная, совмещенная с... Ну, почти отдельная кухня, можно тоже разделить. Отделить. Кондиционер ГРИ инверторная, новая. 18 БТУ мощность. Ну, отдельное место установил. Холодильник. Арчелик No Frost. Бытовая техника подушевшая, но все работает. Это мне надо съесть. Лимон. Витамин С. Просторная 2 плюс 1. Она как 3 плюс 1. Балкон застекленный другой, он большой. Сейчас спросим, почему он продает. И здесь большой балкон. Застекленный. Он здесь еще кухню сделал. Любит готовить. Рыбак. А здесь он отделил кондиционеры. Видите, еще там большой был балкон. Отделил, как кладовку тоже сделал. От меня пользы нету. Видите, все. Вот. Диван. Порой здесь спит летом. Вот открытая парковка снаружи. Вниз спускаться не буду, так как я играю в нарды. Мне надо его выиграть. Снова. Вот такой вид с этой стороны. Расстояние отсюда где-то 30 метров. 20 маленькое кажется, но есть большое расстояние. Отсюда туда 10, отсюда сюда 10, 20, отсюда сюда 30. Вот так. Проект был сдан в 2014 году. Айдат 200 лир на данный момент. Хороший управляющий. Также сосед здесь управляет. Так, вот я. Давай. Там нарды, сейчас у него уточним, почему он продает. Дорогой! Куды? А, скажи, почему ты уезжаешь? Да потому что здесь, ну, нету зимы. Я рыбак сам по натуре. Угу. И люблю зимнюю рыбалку. Там вот даже портрет. Я яхту хотел арендовать. Портрет вон, видите, какой. Рыба. Я сейчас портрет зимний тоже покажу, стой. Вот. Этот портрет ему нарисовали, вот такую рыбу он ловит. Он любит там дырку открывать на льде, сидеть часами, минус 36 градусов, 35 градусов. Нечего тебе делать, нечего, да? Мы в жару убегаем, а он в холод убегает. Ха. Дальше рассказывай. Я просто свой комментарий сказал. И внуки там. Еще друзья, да? Друзья, да? Внуки. Ну, я думал, что здесь как-то обвыкнут, но получилось, что... Ну, зато новых друзей нашел, с кем нарды играть. Здесь очень много, здесь это мне нравится, но далеко до дома. Да, далеко. Понял. И за это продаешь? Да. Вот чего. Рыба заставила человека продать квартиру. А вдруг рыбу не поймаешь, если продашь квартиру? Там? Да. Гарантию даю, что рыбу там я поймаю. А, супер. Вот так вот, так хочет продать. Так что, дорогие зрители, цена этой квартиры 126 тысяч евро. Согласны, да, продать квартиру? Да, да. Смотря потом нарды-марды, это не говори, что проиграл, выиграл. Да. Все, человек продает. Звоните, дорогие зрители, ставим лайк, подписываем на наш канал и пишем комментарий. Вы бы ради рыбы уехали бы из этой солнечного города, из Голландии. Как так можно? Всем пока-пока.